Книга «Открытым оком». Тема объединения. Том 11. Вопрос 2454. Если все же случится объединение с Московской Патриархией у Русской Православной Церкви за границей, то куда вы тогда подадитесь? Может, снова к Виталию? Он же остался на прежних позициях. Сохранилась ли у вас с ним связь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Спрашиваю о том своего епархиального епископа. Он молчит. Вопрошаю батюшку нашего. Молчит. Остается и мне молчать. Учиться нужно у старших по званию. А с митрополитом Виталием нет связи. Вот последнее письмо от него. 29 сентября, по новому стилю, 12 октября, 1998 год. Дорогой о Господи отец Игнатий, получил ваше письмо, да поможет вам Господь восстановить вашу незабвенную Потеряевку. Да, я себе представляю, как хорошо у вас там, в этих сибирских дебрях. Потеряевка. Одно название говорит о многом. А тут мы потеряны в этой нью-йоркской автомобильной суете. Пеших так мало, редко их видим. Но зато целая лава машин движется медленно по всем улицам, именно как лава. Вот куда ушли все люди. Очень был рад получить от вас весточку. Все-таки время от времени давайте о себе знать. Приятно чувствовать, что и на другой половине земного шара есть свои люди, которые хоть и ходят по нашим головам, а мы по ихним, но ведь все-таки свои. Храни вас всех Христос и Его Пречистая Матерь. Призываю на вас Божье благословение, ваш искренний доброжелатель, митрополит Виталий. По скриптум. Привет сердечный всему епархиальному собранию и добрых успехов в Церкви Христовой. Кавычки закрыты. Третье царство, 8:39. Ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его. Как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Притчи 16:9. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. 1 Фессалоникийцам 3:11. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам. Книги мои, книги, я родил вас, в путь далекий все благословил. Вы отчалили от полок, как от пирса, благослови их, Бог Эммануил. Совопросники толкутся возле трапа, интервью с открытым оком взять. Кто купил, им не напрасно трата, опровергнуть их никак и никому нельзя. Их уже берут на перекрестие, мушку навели под самый дых, тысячи ответов встали вместе, первый век из жития святых. Вспышки тысячами молний и зигзагов, из стихов и глав библейских книг поражают скот, зверей и гадов, сонмища парализуют вмиг. К истинному православию прожектор с комментариями весь Новый Завет. В двух симфониях есть истинный селектор. Как же можно брать их под запрет? Проповеди. Призыв на одном дыхании о беде, постигшей всю Россию. После чаши пили из лохани
и в 17-м году совсем взбесились. Экономика, политика, семья, как поправить взаимоотношения, подлость и измену осмеять, а корысть и трусость гнать за шею. Книги мои, книги, семя благовестия, вы продлите жизнь мою или сократите, только знаю, не умрем мы вместе, на иссохшие ответами кропите. Жар и юмор донести до павших, ревность к проповеди, к слову Иеговы, языком моим мы целину распашем. История, истирая корочки подковы. 10 декабря 2004 год. Игнатий Лапкин.